Здравствуйте, меня зовут Августина, и вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Впереди нас ждут долгожданные выходные, и у нас есть множество интересных идей для вашего досуга. Какие культурные события ждут вас в ближайшие дни, расскажем прямо сейчас. В музее Ильдара Рязанова продолжаются познавательные занятия для детей в рамках проекта «Сказочный июль». В этот раз темой занятия станет сказка «По щучьему веленью». Юные посетители решат интересные головоломки, выполнят задания и ответят на вопросы по теме сказок. Интерактив пройдет в воскресенье в 11:00, а после гостей ждет показ фильма «По щучьему веленью» режиссера Александра Роу. В музее галереи «Заварка» пройдет лекция, посвященная советским фильмам-сказкам. Известный самарский киновед Олег Горяйнов расскажет о забытых страницах из истории кино уже в эту субботу в 16:00. Кинотеатр «Под открытым небом», расположенный на 4-й очереди набережной, объявил расписание фильмов на ближайшие выходные. Так, в субботу в 17:00 пройдет показ фильмов «Три тополя на Плющихе», «Чемпион мира» и «Укрощение строптивого». А в воскресенье 16:30 для детей покажут мультфильмы «Как львенок и черепаха пели песню», «Чучело Миучело», «Каша из топора», «Усатый нянь», «Волк и лев» и «Круиз по джунглям». В субботу в 20:00 во дворе усадьбы Литературно-мемориального музея имени Максима Горького пройдет летняя концертная программа «Вечерний Толстой». Гости усадьбы услышат музыку разных направлений, от академической до альтернативной и современной. Также для гостей вечера приготовлены чай и сладости. Прогуливаясь по летней Самаре с ребенком, не забудьте заглянуть в Центральную городскую детскую библиотеку. В эти выходные в 12:00 и 15:00 пройдут литературно-игровые программы «Почитаем, поиграем» и «Летние приключения». Детей ждет чтение веселых рассказов и выполнение интересных заданий в командах. Выбирайте то, что вам нравится, и отправляйтесь отдыхать. Желаю вам всего самого хорошего. До встречи на следующей неделе.